Дорогие друзья, сегодня к нам пришла печальная новость из шоу-бизнеса. В новости сообщается, что сегодня в Москве проходил фестиваль великой моды. На этот фестиваль был приглашен российский телеведущий Александр Васильев. Все были шокированы, когда увидели, как Александр Васильев прибыл на фестиваль. Сам он не смог прийти, его привели родные подруги. У него был исхудавший вид, его руки заметно тряслись, и походка была шаткая. Просидев на фестивале буквально полчаса, Александр Васильев сказал всем спасибо и покинул фестиваль. Что стало с известным телеведущим? Что скрывают СМИ? Также появился слух, что в этом году он не будет вести передачу «Модный приговор». Также сообщается, что передачу будет вести уже новый телеведущий. Что же случилось с Александром Васильевым? Мы попытаемся об этом узнать и рассказать вам в следующем видео. А теперь давайте поддержим Александра Васильева. Подпишемся на наш канал, нажмем на колокольчик, чтобы не пропустить свежий выпуск на нашем канале. До скорых встреч, друзья, в нашем новом видео.